Я родилась со странным даром. Способностью видеть то, что ни один человек не должен видеть. В голове все смешалось. Образы, звуки, запахи. Я должна вспомнить, как стала тем, кто я есть. Вспомнить, кто я. Как все это началось? Что ж, я расскажу. Я нашел вас на обочине, далеко от города. Что с вами случилось? Может, на вас кто-то напал? Например, имя. Кому можно позвонить? У вас же, наверное, есть семья, друзья. Хоть кто-нибудь, кто вас знает. Эй. Вы не из болтливых. Так я ничего не смогу сделать. Бесполезно. Это шрам? Свежий. Остановите их. Они не понимают, что это такое. Пусть дождутся меня, ясно? Отмените приказ немедленно, слышите? Их надо остановить! Дураки! Вот дураки! Знаю. Идут. Стоп, вы кто такие? Итак, вы нашли девушку. И где она? Ты где?
Как настроение, Джоди? Хорошо? Не хочется отвлекать тебя от игрушек, но нам с тобой пора. Пойдем, еще успеешь сегодня наиграться. Ну что ж, идем, Нейтан ждет. Да сколько можно? Ну нет, эй, Коул! Привет. Почти готово. А срок был в прошлом месяце. Привет, зайка. Какая ты красавица. Мы пришли. Дождь. Весь год дождливый. Что верно, то верно. Зато холодов не было. И правда. Идет. Привет, Джоди. Как твои дела сегодня? Хорошо. Теперь наденем эту штучку. Помнишь? Наша корона. О, да. Да ты у нас принцесса. Не бойся. Все будет хорошо. Если что, я рядом, да? Эй, Джоди, слышно меня? Ну что, начнем? Кэтлин в той комнате. И перед ней лежат те же карты. Сейчас она выберет одну, а ты скажешь нам, какую она возьмет. Ты уже готова? Давай. Ну что, поехали? Первая. Дальше. Следующее. Ты молодец, Джоди. Меняем задачу. В другой комнате на столе лежат кубики. Попробуешь их сбросить? Хорошо, Джоди. Что-то еще ты могла бы сдвинуть? Thank you.
Ну все. Простите, я не могу. Ладно, Джуди, спасибо, мы закончим. Тут заперто! Говорю, нет, Кэтлин, заперто. Там не заперто. Может, откройте! Просто закрыть. Выпустите меня сейчас же! Спокойся, Кэтлин, откройте. Остановись! Хватит, Джуди! Мы закончили! Прекращай! Не могу, он не слушается! Он меня не слушается! Нет, Айда, нет! Джоди, все хорошо. Не бойся. Все прошло. Это никогда не пройдет. Платье отстой. Надо было другое надеть. По-моему, отличное платье. Тебе идет. Кто эти люди? Дипломаты, политики, бизнесмены, шпионы. Обычная тусовка. Слушай, постарайся быть естественной. Если кто-нибудь с тобой заговорит, улыбайся. Вести себя естественно или улыбаться? Да ты умеешь шутить. Когда умираю от страха. Райан, как хорошо, что вы пришли. Мое почтение, шейх Ахмад. Разрешите представить мою ассистентку, Элизабет. Я и не знал, что среди американских дипломатов бывают такие прелестницы. Приятно познакомиться. Господа, возвращаю вам шейх. Я к вам подойду. Хорошо, Райан. Та еще гнида. Он ненавидит меня и мечтал бы выгрызть мне кадык. А ты ему приглянул. Я польщена. Ладно, пойду к гостям. Иди и найди укромное место. Ты знаешь, что делать. Посол! Отлично выглядеть. Найти укромное место. Все нормально? Да. Нет, не знаю. Я очень боюсь. Спокойней, Джоди. Действуй по плану. Спрячься куда-нибудь и приступай. Yeah.
كل يوم يمر هو أصعب من الآخر. علينا أن نواجه هذا الواقع الجديد وإلا سنخسر. Найти укромное место. واشتريت كل شيء من المتاجر الكبيرة. وفي النهاية لم يكن هناك مكان كافي لمرني الطائرة. فرجاء جوزي مرة أخرى إلى هناك من أجل بقية المشتريات. أما أنا فقد اشتريت مقتنيات. Ты готов? В комнате наверху есть большая картина. За ней сейф. Нужные нам документы лежат там. Там охрана и повсюду камеры, так что аккуратно. Скорее, Айден. Мне больно, когда ты так далеко. Кабинет с портретом шейха. Он на месте. Нет. Сначала отвлечь дежурного. Я хаби! Так, теперь за кабинетом никто не следит. Можно работать. Осторожно, Айден. Нельзя никого трогать, иначе он сразу очнется. Хабиб, Хабиб! هل انت بخير؟ Эй, ماذا بك؟ ماذا بك؟ ماذا هناك؟ هل انت مجنون؟ أنا المجنون؟ كانت عينيك غريبة وخوفتني. أنصحك ألا تقوم بهذا الأمر. أفهمت ذلك؟
Теперь замри. من أحد هناك؟ الرجاء الخروج من هناك على الفور. ولكن ماذا تفعل هنا؟ إنها مراهد السيدات. انصرف من هنا. حسناً أيها المنحرف. انصرف. Я не могу ничем помочь тебе. Удачи. Джоди, ты как? Не трогай! Пошли отсюда! Ясно? Уходим.